Ластика прооперировали. Через 2 месяца ему надо будет снимать конструкцию. А пока он спит. Девочки, операция будет стоить 22 тысячи. Это не очень добрая весть, но это нормально. Мальчик сейчас спит. Завтра мне о нем новости сообщат. Это все на контроле. Ребята, это Ластик. Он еще находится в стационаре. Его наблюдает врач. Девочки, через неделю снимем ему конструкцию, через неделю. А потом положим его на массажи, биомассажи вот эти низкочастотные. И надеюсь, одна лапка у него оживет. Очень надеюсь. Главное, он пережил операцию, и все нормально. Сейчас конструкцию через неделю снимем и будем его потихонечку долечивать. Хорошо ходить не будет, но на лапках должен стоять. Вот сейчас перерыв, мы покушали, встали, вот, и теперь мы смотрим, что же у нас там вдали, мы наблюдаем все. У нас тут вон какое, какая большая лужайка, люди иногда ходят, вот мы